Всем привет, дорогие друзья, земляки! Мы находимся перекресток Гагарина и улица Фрунзе, дом пионеров перед вами. Прогуляемся немножко по улице Гагарина. Очень много одуванчиков. Это красиво, чисто, как обычно. Все равно старый район самый лучший у нас. Птички поют, солнышко светит, настроение бодрое. Улица Гагарина. Здесь когда-то был детсад. Вот название не могу сказать. Сейчас медицинский колледж. Что вам еще рассказать? Новости какие? В городе снова начали ремонт капитальных домов. Все было заморожено с прошлого года. Потому что в ужасном тоже были состоянии эти дома. Побросали. Потом посмотрим после ремонта. Так, перекресток улица. Вот сюда идет Кирова. Справа видно там бывший спортивный магазин. Это Гагарина. И вот еще наша Кирова уже в нашу сторону. Пойдем сегодня домой пешочком. Всем советуем гулять побольше. Находимся во дворе в старом районе по адресу улица Аблайхана, 21. Здесь тоже такое местечко красивое всегда. Ухаживают, высаживают цветочки, кустики всякие. Жители сами должны обустраивать свой уголок дворовой. А вот и сиренька.